А вот и мы начинаем. Здравствуйте. Сегодня у нас, наконец-то, ожидаемая игра. Забыл, как называется. Don't Starve, естественно, как же. Что ж, ну познакомимся, наконец-то. Я никогда не играл, но немножко знаком слегка. Немножко, очень слабо, но очень слабо. Ну никак. В общем, что будем делать сегодня? Посмотрим. Смогу ли я разобраться без всего. Так, обучение есть тут хотя бы? Или придется наугад все тыкать? Русская версия, заметьте. О, лепестки. Так, где обучение, где намеки на все? А, посмотрим, насколько игра совместима с новичками. Собираем все, да, значит? Так, что у нас есть, как делать? День идет, допустим. Рубить деревья, доступай камни. Ясно. Почему можно рубить? Рубить нельзя. Так. Колючие. Ох ты, они разговаривают музыкой. Ладно. А, вот доски, смотрите-ка. Оказывается, кто-то здесь уже был. Забавно, что не говорит музыка. Так, бревушки, да? Давайте посмотрим, что тут. А, нет, нельзя. А что, из бревна нужно делать? А, вижу, солома и костер можно сделать. Соломы, камни нужны. Эта штука, допустим. Я там что-то видел, что это так по-вашему. Каменные блоки. Это не те, которые нужны для костра, нет? Нет, это какие-то другие. О, бесплатная кирка. Вот и все. Можно их поставить как бы? Да, можно поставить. Бросить, а разбить? Нет. А вот трава-то самая, да? Так. Это та самая трава. Отличная работа. Можно расти, наверное, или как? Я, собственно, взял обычную версию без всяких там дополнений. Ну, может быть, потом, возможно, может быть, нет. Но нужно посмотреть, так, что у нас тут ветки. А, вот и ветки, кстати, самые. С кустов сырых собирать нужно, значит. Ну, да, 8. Наверное, нужно сначала собираться. Что это, тихо? Птичка живая, нет? А, это цветок. Так, надеюсь, место ограничено. В смысле, что надеяться-то на это? Что некоторые зеленые, некоторые... А, это съедобный якобы зеленый, ясно. Где голод, кстати? Тихо-тихо. Голод. Это голод, видимо, да? Да, вижу. Пополнился. Отлично. Так. Давайте посмотрим. Так, нужно... О, полезная вещь, надеюсь. Вот ветки, число ветки пособирать бы. Вижу день. День, ночь. А красный что тогда? Вечер как бы. Посмотрим. Костер можно сделать. Наверное, надо потом, может быть. Сейчас посмотрим инструменты. Есть что-то? О! Топор. Где он, кстати? Как выбирать топорик? Ого! Не знал. Где-то, где кирка, где топор, где инструменты? А, да, здесь карта есть, точно. Так, давайте посмотрим, что я тут могу сделать еще. Ну, ягоды пособираем, давайте-ка. Я с ним немного знаком, поэтому... Несколько видео смотрел, вот так я знаком. Так, а, топорик есть, могу все рубить, наверное. Чё, ягодки нельзя рубить? А где топорик мой? А, нужно взять его. Экипировать. О, я сделал еще один. Нет? 100% топор, кстати. А, вот, смотрите, кирка почему-то поломанная. А, потому что мне такую дали ее. А, надо дорубить до конца, я понял. Сейчас посмотрим. Придет к ночи. Ой-ой-ой, значит, костер, да? Виполнено, что это такое? А, это есть костер. Давайте пока порубим, что есть в окрестности. Сколько у нас костров можно сделать? Наверное, сколько угодно. Так, как его там? Да, что там я добыл еще? Ели кости. Шкурку. Топорик тратится. 100 использований, значит.
Ладно, допустим. Птичка. Ну что, как я знаю, надо ждать. А! Вот это предночь, так называемая, я понял. Еще можно ходить, как я понимаю, но. Но лучше подождать. Ну. Да. Я помню, в темноте ходить нельзя, иначе вот этот показатель будет уменьшаться, который самый нижний с верхнему углу правому. Ох, ё-моё. Правому углу, скажи, пожалуйста. Что такое? Шушка, я думал, шелуха. В общем, пойдемте к костру, да? Это так работает? Как это работает? 200. Что-то еще можно понаделать. Костры еще. Что можно факелы понаделать? Ну, это потом, думаю. Так. Нужна научная машина. А как делать? А, вот тут, наверное. Научная машина. Золото нужно. Интересно, как ее добыть-то? Птица. А так вот, не получится, да? Убежит, естественно, убежит. Так. Он сидит факел пока что. Не знаю, хорошо ли ночью гулять с факелом, но... Как он там тратится. О, господи, кипятить. Побежали мы слегка. А, можно еще зажигать. Не обязательно. Давайте посмотрим, что будет и зачем. А, чтобы огонь сделать. Временно горит, да? Сколько там горит? Мне еще интересно, сколько костер горит. Что это, по-вашему? Что-то сгорело. Ну как, что? Дерево, наверное. Откуда хотя? А где мой костер, кстати? Неужели он погас, как бы? Ой, факел кончается, ой-ой-ой. Давайте еще один сделаем, что ли, да? Нет, он не кончается. А, это так должно быть. Ой-ой, зло какое-то. Я же с факелом, можно еще один. Нет. Я его сжег, убросил. Ты что выбросил? Нет, факел, видимо, не зависит от того. Так, ну давайте попробуем найти еще. Нужно костер как бы сделать, желательно. Нужна трава где-то здесь, да? Ну, попробую отыскать, наверное. Ой, еле не надо. А, тогда зажжем, что мы тут? Вот, слишком близко, да? Светло слишком было. Так, что было посветлее? Что, холодно? А, ну, якобы холодно, да? Или что? Нужно вот себе траву. Ладно, нужно костер. Да ё-моё! Ей сгорело. Сынамене, сынамене. Так. Еще одну травинку бы хотя бы, ну. Сейчас найдем травинку, надеюсь. Где тут показатель холода? Так, надо поесть, наверное, да? Лепестки вряд ли хорошие, где ягоды полезные. Так. Один травинку, пожалуйста. Давайте... Нет, нет, нет! Ладно. Хотел сжечь куст. Вот. О, сохранение. Потому что день настал. Фух. Ну, что-то я думал, что будет гораздо опаснее. Не знаю. Предрассудки, видимо. Так, место, кстати, кончается. Ой, убери свой факел, слушай. Сними. Все. Где факелы, кстати? Вот они. Надеюсь, их нельзя... Или можно... А, ну да, они могут простать. Возможно. О! Ловушка для ловли существ. Ну, каких существ? Ой, это что-то влияет на что-то. Сейчас посмотрим. Так, как нам машину делать? Нужно золото, как говорится, да? Что? Бой. Травяная броня. Нужно ли? Если враги будут. Пока что я не вижу никаких. Феноменная, феноменная. Вот так, ё-моё. Ну-ка. Кустики-то где? Удобрение наверняка здесь тоже какое-нибудь, возможно, будет. Так, нос, броня, да? Ну, будет, пускай. Мне тоже прочность, знаешь, что это броня. Ну, травы пособирать, иначе не хватит на все. Так. А, это еще и гроза просто, а не просто дождь. Вот так совпадение, да? Морковка.
смотреть бабочку, что нельзя? Конечно, нет. Ням-ням, так. Так, ну лепестки что? Они скажут, сколько дают еды? По-моему, они ничего не дают. 100. Да, они ничего не дают, поэтому их нет смысла есть. А вот это, возможно, будет. Немножко. А семена съел, их можно посеять или как, вы думаете? О, кролику, да? Кролику. Девушке нужна трава как раз. Вот пробует кролика поймать. И как раз морковка есть, кстати. Наверняка это так работает. Сейчас мы это сделаем. Так. Так, что мне тут делать? Морковку засунуть нужно ли? Сейчас посмотрим. За еду спрячусь. Хотя нет. Тут не важно. Вот так. Что-нибудь проверь. Только не выпускай, пожалуйста. О! Кролик живой, кстати. Питомец будет, наверное. Может, это съесть? Ой! Места нет. Значит, надо что-то сделать. Или нет? Где мой топор? Кирка. Фиг вам. Еще раз, гляните, что за наука наша. Нужно золото, какие-то камни, такие большие камни. Нужно... Больше не унесешь, но не понеси тогда. Что-то можно выбросить. Не знаю. Вот это, наверное. Кому уже пепел. О, это те самые камни. Вот они, кстати. Тут есть какой-то процент унесения, либо тут просто максимальное число определенных предметов можно. Вот в чем вопрос. На больше травы у меня есть еще костер. Мне не хватает. Скорее. Траву нужно. Не понял. Как ты траву не унесешь? Так, тогда давайте бревна выкинем несколько. Ой, все выкинул, что ли? Ну. Вот теперь унесешь. Видимо, да, видимо, количество по предметам. Так, давай еще, может, выкинем что-то такое ненужное совершенно. Вот каменные блоки, ну кому? Пока они не нужны, поэтому. Бревна оставим. Так. Ну да, видимо, предметов разных имеется в виду. Да я знаю, нужна трава. Желательно еще больше, чем больше. О, зло! Кто это? А, это не злой, это петух. Я думал, опять на меня кто-то напасть решил. В смысле, не напасть? Опять. Почему это опять? Ладно уж. Больше травы. Сколько там можно максимально травы? 10 штук или нет? Или это так случайно получилось-то? А еще даже не половина вечера. Чего там сбегает? Маловато будет, но. Пойдем чуток. Что у нас тут? Вниз идет. Сейчас нужно больше травы, думаю. И камней посмотреть. И золото еще надо найти. Не знаю, где оно. Кстати, как моя карта наша? Она вообще бесконечная, нет? Наверное, ограничено. Наверное, морем ограничено. Оба, вот так сюрприз, да? Наверняка здесь нужно... Тут действительно есть обход. Я думал, нужно какой-то хитро сделать мост какой-то, чтобы попасть в другую сторону. Нет. Так, у нас уже близок конец всего. Сколько у нас хватит? Хватит на несколько даже костов, отлично. Делаем, что ли, ну. Вот здесь я обоснуюсь. Что это такое, по-вашему? Гриб спит. Вы что, шутите? А. Ура! Так. Как там его делать? Вот так, что ли, да, добавить топливо? Ой, так больше не нужно, думаю. А пока давайте бить. Так. Наверное, шушки... А, шушки, наверное, как топливо тоже пойдут, да? Как это работает? Ну да, но пока не нужно. Ой, поджег шушку, нет. Так, где камни, кстати? Ну, потом камни. Вот, насколько можно максимально травы собрать, интересно. Сейчас я сам разберусь, видите, без подсказок все получается, наверное. Надо пока найти золото еще. О, камни у меня есть, да? Это золото ведь? Золото. Один всего лишь. Один всего лишь где-то. Наверное, где-то должно быть кусок каменной руды или что там. Камешек с рудой.
На поверхности, ага. Мне как не нужен там. Ой, беда у нас. Кто горит? Я горю. Так, где мое топливо? Плохая идея, шушка, да? Что-то не выходит из-под контроля. А, это так должно быть. Кто сказал, выходит из-под контроля? Давайте уберем всякий мусор вокруг. Что же, только половину ночи прошла. Вернее, целых половину ночи уже прошло. Нужно золотые смородки найду. Сейчас я пойду погуляю, да? Днем, то есть, получится. Да кому нужны шушки ваши? Они что-то не особо помогают. Давайте еще добавим шушек, что ли. Ну, близко стать нельзя как-то? Ладно, нельзя, допустим. Давайте поедим. Ягоды, да, лепестки. Лепестки не помогают. Морковку. Морковь для кроликов пускай будет. Морковки будет пока что для кроликов. Какой там кролик? Давайте побьем его. О, кусочек мяса, наверное, пожарить его сначала. Как быстро. Думал, надо сначала сделать шашлычный вентиль. Так. О, вот и день. Все, побежали. Как там костер можно? Убрать можно, нет? С собой забрать. Так, в поисках, где мы, я не был еще. Где я? Давайте вниз пойдемте. Хотя нет, слушайте. Хотя нет, вниз. Нет, вниз пойдемте. Только это каменная дорога, смотрите, какая-то. Дорога или что это? Да действительно, кто-то здесь был. Или звери ходят. Сколько там у меня сена шерсти? Ладно, пойдемте искать золото. Ну. Смотрите-ка, у нас золото нужно больше всего, да? Где мой топорик, кстати? Сколько у него осталось? Прочности мало, кстати. Ладно, ну и пособираю всяких вещей. У меня, кстати, ягоды кончились, ха. Но кролик есть зато. У нас море, кстати. Где же камешки? В смысле... Золото. Сейчас поищем по окраине. Ну и заодно по пути. Еще пособираю штук, да? О! Что ты не можешь сделать? Увы, я не могу этого сделать. Я не могу собрать или пень, или что он там хотел. Так, тихо. Давайте смотреть дальше. Летучая мышь или нет? Птица. Ложку для птицы, увы, пока что не получится сделать. Потому что... Сколько стоит, кстати, съесть? Питательно. Можно так... Информация нет. Что за лепесток? Зачем он нужен? Мне вот лепестки нужны, чтобы бабочек приманить или что? Зачем? Хотя... Смысл там. Так, день, кстати, еще даже не половина. Отлично. О, кролики. Ловушка сколько там стоит? Он стоит еще ловушку сделать. Близко стоять, наверное, не нужно, да? Или как? Посмотрим. Ой! Петух, павлин этот. Индюк, вообще-то. Похож на индюка, да? Но он быстрый. Ну, кролик попался, что ли? Уж смотрите-ка, мне не отдается. Не ловушка. О! Нарок, кроличек, если хочешь. Асик, шушку бросить не туда. Горящую шушку? Нет. Это кто, кролик кричит? Много морковки. Слушай, тут нет золота. Ну ладно, пускай нет. У нас есть снова все для всего. Не надо золото. Может быть, его надо найти где-то, не выкопать, а где-нибудь отыскать. Где вопрос? Не знаю, есть ли здесь постройки других якобы людей, которые могли бы здесь быть. Это уже вечер? Нет, даже еще не вечер, слушайте, хотя вроде темно. Ой, мы пришли к озеру. Нет, еще нет. Так. Сейчас посмотрим.
кролик снова, да? Какой-то на ловушке еще раз стоит. Давайте еще разок сделаем. Ну, естественно, не унесешь, потому что вот она пускай стоит тут. Два кролика даже. Ну, где он? Фонари, надеюсь, сейчас вылезет. Может быть. Возможно. Всякие другие много слов, схожих по значению, но не нужно их повторять, потому что... Нет, шишки, похоже, мне не нужны пока что, разве что. Где мой кролик ушел все же. Ладно, давайте наберем морковку. Да нет, давайте оставим. Не знаю, он там долго может сидеть, но пускай будет. Лошадь оставлю здесь где-нибудь. Честью, карта есть? Карта есть, где примерно? О! Слушайте, видите, что-то есть видно? Какие-то строения на карте. Это, а, это пруды. Я думал, это... Ой-ё! Я тебя уничтожу. О, получилось. О, нет, не получилось. Так, где мое здоровье? Здоровья много. Я тебя уничтожу. Здоровья много. Я же говорю. Когда я травы понасобирал откуда-то. Какие лепестки? А, лягушачьи лапки. Наверное, их можно готовить тоже. Где еще лапки? А где еще лапки-то? Видимо, пруды — это место питания этих существ. Пошло. Это лепестки цветочные. Дима, где же золото искать? Определенно где-то. Так, где я тут? Это пруды, да? Около каждого пода лягушка либо нет там? Или они там... Или они тут просто ходят? Так. Ничего, надо попробовать лепестками подманить что-нибудь, кого-нибудь. Птичку или как? Нет? А, еще могу ходить, нормально. О, что это? Тихо, что это пошло? Кости глаз. Надеюсь, не существо какое-нибудь, так у меня мест нет. Тихо, они что, горят? А, нет, не горят. Ой, что это я? Сажать съели, ну пускай будет. Ладно, давайте здесь оставимся пока что. Так, уже нужен костер, кстати. Возможно. А, вот что вот это такое? Мы разберемся в следующий раз. А. Все, больше трех. Не стоит, не стоит. Так. Что теперь? Вот эта штука, надо разобраться, что это такое. Пока что... Пока что ничего, пока что. Ладно. Ходить с факелом не очень хорошая идея, хотя пока что, по крайней мере, кажется. Это очень острый камень. А, для чего это пригодится? Да, забыл, что мясо надо приготавливать. Кстати, надо съесть. Чего так непитательно? Даже ягоды лучшие. А где я был? Еще кролик идти? Нет. Лапки тоже надо приготавливать. Нет, пока что нормально. О, место освободилось, сейчас посмотрим, что это такое. А, ну да, живое что-то. О! А! А! Ха! Ха! Сундукоголовый, слушай. Вот это сюрприз. Он будет со мной теперь всегда ходить, или что такое? Он... Из этой штуки за мной ходит, или как он? Или он просто пришел? Ладно, давайте оставим его что-нибудь ненужное, или что, раз уж будет за мной ходить, как бы. О, лепестки мне не нужны, давай посмотрим. Он за мной ходит, да нет? Просто пришел? Ха! Ну хорошо, ну хороший, так. Осмотреть, нет? Так. Ура! Ночь подходит к концу. Но я чуть ничего не вижу здесь. Где мой факел? Схожу. О, мотыльки. Поймать их. Куда, по-вашему? Это бесконечный звучик. Ой, нет, нет, не жги. А, да, ну хоть за мной, смотрите-ка. Удивительно. Мой свет погас. Так. Но топорик нет. Где он, кстати?
давайте искать золото. О, шляпа, шляпа. Одежда. О! Из лепестков можно сделать. Вот для чего пока что не нужны. Давайте пособираем их. У нас уж есть такая штука здесь. Ой, пчела, слушайте, нормально. Нет. А что вот это такое по центру сейчас у меня? Интересно. Ну, опасно, кажется. Пчела, да? Чё? А! Нет, слушайте. Что? Мёд! Съедобный, я понимаю, вижу. Зеленые это съедобные. Вот это сразу стало ясно. Ну, я вообще-то я понял уже несколько минут назад, но... Ладно. Опа. Вот, там наверняка золото. Подтянуть палочкой вашему. Что же, супер крутой крюк делать, что ли? А! А, вот здесь, наверное, золото и будет. Кто поговорить? Ты, что ли, попугайщик? Можно поговорить? Так, чем тебя накормить? Морковкой? Дать. Оскорбил. Слушайте, ну ладно, давайте я разберу в следующей серии. Пока что 26 минут. Что там за шутки? Интересное место. Так. Как я много-то, оказывается, прошел. Ну ладно, пока, наверное, все. Ждите продолжения следующей серии, которая будет сразу же. Нет, не сразу же. Ждите. До встречи.